Нажал на кнопочку Start Recording, но хорошо бы, если бы кто-то еще все-таки записывал на всякий случай из киберговна. Вдруг что-то проебется. В радио вещать. Ну, давай начинай. Почти настроили все. Ну и на YouTube попробуй, собственно. Как подписать на Ютубе? Как эфир называется? Потом пусть единичка переименует название игры. Ну или если он запись зальет, я так и не понял, что ты хочешь, зачем запись Я ему? хочу, я, ну если оно будет рваться, мы у тебя файл попросим. Окей. Мы в эфире, ребята! Мы начинаем Игроблядск. Для кого? Нахуя? Для чего? Я пока попытаюсь запустить игру. И игра переведенная с русскими Мы, если субтитрами. что, еще даже не начали играть, а у нас пошли разрывы на YouTube. Плохо. Мне на YouTube как-то похуй, и тогда потом зальем запись. Да. Так вот, насчет перевода. При запуске. Хотя я сейчас покажу. И мы перезапускаем игру. Замечательное предупреждение. И данная игра включает в себя необычные игровые локации, опасные прыжки. Можете догадаться, как в оригинале было опасные прыжки? Jump scares. Опасные прыжки. Короче, перевод замечательный, но нам сойдет. Или вот дополнительно баллы. Что же такое баллы? А это titles. Что там со стримом? Или ты уже полежать ушел? И тебя просят включить бомжепоток. И за весь эфир нам написали только два нычка. Так что я подожду, пока нычки соберутся перед стартом. И начальник что-нибудь скажет.
Что-нибудь. Где вы охуели там все? Где мое 320 на 210? Все тормозит! Ну, отключим уже поток. И бомже поток специально для нищих анончиков, которые не могут смотреть, запущен! Правда, у меня все это тоже дичайше тормозит. Ну ладно. Вот. Тебя тормозит сам просмотр. Не знаю, у меня просмотр вроде работает, а вот. Ну и 3D-транслятор вроде работает. Ура! И дайте там ссылочку на главное анончиком. Знаешь, очень сложно, когда ведущая рука у тебя в банке с содой. Вот. А у меня рука разрешает чаёк. А у меня она в банке с содой, блядь. И я сейчас не ведущей рукой опубликовываю ссылку на видеопоток. Затести звук там так тихо, но достаточно различима такая мелодия на фоне, да? Есть. Все. Есть. Пока, значит, не буду менять уровень громкости. Так, анончики, ну что, мы начинаем? Дай я банку домою, а полчасика подожди. Давай 2 минутки. Пока нам не напишет 2 анончика. А если напишет 3, то диджей покажет сиськи. Да. Ты хоть и... Ты хоть и так. Я на ноль чане сиськи показывал. Так. 2 анончика нам написали. Давайте начинаем. 10 минут уже эфир идет, так что поехали. Игра, кстати. Шведская. Есть озвучка шведская. Но мы все-таки поставим английский. It's Lucas. Hi. A good distance from town, like an hour from the. Так, я сделаю погромче, потому что меня не очень слышно. Cabin, maybe. It's a bit wet out, but no trouble. Так, норм. No, I'm being careful. You don't have to worry. Пишите, слышно ли вам? I know, but I. You can rest easy. Yeah. Mm-hmm. I've been there before. I know what needs to be done. I know. Я помыл баночку. А мы уже начали. She put up a bit of a fight. Yeah, I got her. Посмотри, как там звук. Слышно ли речь? Well, I don't actually care what he has to say about this, really. I have no idea, but something has to be done. Твою речь отлично слышно, мужика хуёво. Can't go on this way. Проверяй теперь. Yeah, damn right I can. Yeah. Well, someone has to do something. It's not like you're doing anything about it. Он вообще говорит с хуем во рту, так что похуй. Yeah, I did.
Не знаю. Диджея слышно, игру не особо. Вот я тоже склоняюсь к этому. Почему у диджея нет микшерного пульта за 500 баксов со функцией автодак? Я даже не нажал на кнопку. Она въебала автоматически. What did you do that for? Huh? You crashed my car! Me? I mean, what the fuck? What the hell are you doing? Oh, I can't believe you fucking kidnapped me! Kidnapped you. Lucas, what Lynn, the fuck is going on? I was trying to help you. We were on our way to the cabin, okay? And you wouldn't have come if you knew we were going there. And why not? Because you have a problem. No problem. Are you being serious? Yeah. Yeah, I have a problem. You are my problem. This is my problem. Being stuck in the woods, in the middle of nowhere with my idiot brother. That's my goddamn problem. I just want to help you. You and your goddamn help can go to hell, Lucas. Doesn't matter now. А сейчас как было слышно? We should get moving. Трепорт. Gladly. The faster we get out of here, the better. I heard that. Oh, good. I can't believe you did that. We could have fucking died. Анончики, напишите что-нибудь. Хотя бы хуй. Нормально. Замечательно. Дай-ка я гамму посмотрю. Ну, в принципе, как должно быть. Lucas, wait. I'm sorry it all turned out like this. I just woke up and I didn't know where I was. I got scared and everything just happened so fast. I don't know what I thought either. I just wanted to help you with your addiction. First, we have to find a way out of this forest, and we'll talk about this when we get home, okay? Okay. This reminds me of the forest at the camp at Galion, you know, near that lake. Örken. Yeah, so you remember that? Huh? I still have nightmares about the ghost walk at that camp. В общем, я постараюсь говорить, когда персонажи молчат. Так там уже мне все равно говорить нечего. What the hell was that? We should really get out of here. Мы смотрим кинцо. Ну, когда все молчат, меня-то слышно? Да? Да? This way. How do you know that? We don't know how far the river could have swept us. All those years of camp, you know? At least I learned something. Mm-hmm.
хочу сказать, что на планшете это смотреть невозможно. На десктопе тоже лагает периодически. На планшете вообще пиздец. I'll be happy when we get out of these woods. Мне, по-моему, не стоит variable bitrate, так что сейчас сделаю. И да, говори, сука, громче, у меня планшет на максимум выкручен, громче я его сделать, сука, не могу, а все равно приходится планшет к уху подносить, чтобы хоть что-то, блядь, услышать! Окей. А может сделать микрофон погромче и игру потише? Или тебе игру не слышно? Я не могу теперь опять найти, где variable bitrate в OBS. Короче, я просто снижу bitrate пока. Гореть будем или как? Ну вот, анончиков проблема с битрейтом. Моим. Careful. Yeah, well, I'm holding the flashlight, so you go first. Или что это? Лось. Если мне еще снизить битрейт, пишите, анонщики. А если норм, то тоже пишите. Мухоморчики. Лично у меня все продолжает лагать, но слайд-шоу вообще-то уже заменилось моментом, когда герои двигаются. Кроме того, FPS хотя бы 25 поставь. Придется остановить стрим, потому что так он не дает. Давай! Даю. Скоро мы вернемся.
Но она тоже лагала местами. Ой, ты, боже мой. Там было 3500. Все, я запустил. Проверяй. Мы вернулись. Пока не лагает. Замечательно. Well, what now? Do we go back? Yeah, I guess we have to wait. Wait. There, you see that tree? If we work together, maybe we could push it. Уже лагает. На моей стороне все заебись. Я тебе говорил, мегабит ставь. И мы снова вернулись. Это дёргано, потому что я вырубил. Поставил мегабит. Пока не лагает. I'll go first then. All right. Ты перезапусти там. Перезапустил. You keep going. I'll find some other way. All right. Пока не лагает. Шок. И качество не шокальное, пиздец как. Шокальное, но ну, смотреть это смотреть гораздо удобнее и приятнее, чем то, что было. Это гораздо лучше, чем слайд-шоу. Сейчас нынче будут тут жаловаться на качество. По крайней мере, раньше было. Они спросили HD. На моей стороне все это время было заебись. Ничего не пишут, ну, я буду играть. Мне и так надо. Чтобы дописала мне никчемность. Пока что я сказал больше, чем... Блядь. Что вы хотите, чтобы я говорил?
о жизни рассказывать во время игр как начальник я не хочу, а по игре мне пока сказать нечего. Вот первое. Первый пазл. Помогайте решать. Понял, зачем машина подсоединена к электричеству. Сейчас попробуем три нолика. Тут какой-то рычаг, его нужно дергать. Три нолика. Ничего не происходит. Так, ладно. Попытаюсь подумать. Что-то героиня как-то сильно шатает. Проверь наличие фа сначала. Анончик, не электрик, не инженер. Я не понимаю, о чем ты. Вверху 0, внизу x, внизу, я так понял, вот это идет вниз. И брутфорс, ничего не происходит. Попробую, пойду попробую этот рычаг поделать. Нихуя. Может пойти по проводам, куда ведут? Хотя я думаю, утону. Впрочем, тут ревна вроде есть. Блять. Кушать. О, что-то взял. Видимо, аккумулятор. Или что там, я не разбираюсь.
Инструкция, как приносить жертву Богу кровью. Консервы. Ладно, пойдем. Я понял, мы попали в Битарск, а только что пролетели мимо тянки русалки со световыми грибами. Скрипачки? Утонувший призрак
призрак, утонувший в болоте, обречен остаться в нем навсегда и тщательно оберегает свою территорию. Тот, кто осмелится подойти слишком близко, окажется в его власти и будет уничтожен самым ужасающим образом. Вот что это было. Утонувший призрак. Так вот почему 13 гектар болота продаются всего за 15 тысяч рублей. Алса, до меня дошло. Машина подключена к проводам, потому что именно она является двигателем фуникулера. Надо в Петербурге тоже так сделать. Тут в моей голове начинает играть Black Hop. Знание Одина, часть 15, Торвальд Льюнг. Den drank nant gasten. Эту книжечку мы уже видели. Я думал, какая-нибудь пнёк с того конца вылезет внезапно. Замечательная железная дорога. РЖД. Конечный. Вот это всем известный логотип РЖД. Видимо, героини не мы, Татьяна. А оставь 42 секунды, хей, мэн! Включен, ты топот слышал? Да, слушаю. С планшета. Ты топот слышал секунд 20 назад? Ну, вот я до сих пор слышу топот в планшете. А,
задержки, да. Все, значит, нормально. Я бы не сказал, что тут прям Алса, светофор с РЖД должен еще мерзко звенеть. Динамик. Динамика не видно. Не должен быть ни динамика, а бузер. Это что? А, механическое что-то? Да. Даже не знаю, исследовать лесок или идти дальше по дороге. Разворачивай полиэтиленовую палатку. Тут вроде тепло. А поезд? Поезд это близко. Ты не слышала его топот? Поезда в этом лесу большие. В мое время они так сильно не топали. Так. А я уже потерялась. А вот, нашлась. А, тут тупик. Приехали. То, что ни черта не видно, но у меня игра не слишком яркая, как бы так задумано. Даже хуже. Но я не знаю, насколько у вас ни черта не видно. Черт-то не хочу сейчас тестить. А настройки яркости в ОБС я не видел. Не зря прошелся. Мы собрали две странички и одну пропустили уже. Ancient and Dalton, Lines of Ice. Вы собрали две истории. Ну и истории у тебя. Одна история восхитительнее другой. Ancient and Dalton, Lands of Ice and Cold. The forest high darkness must fall. Don't get caught in the night with no heat and no light. Or creatures for your flesh will prowl. Древний... Это ночной звонок Бердянск? Древний и старый в землях льда и холода лес прячет тьму. Очень, вроде фаул, ну, страшная, жуткая. Не поймайся в ночи без тепла и света или
или создание creatures for your flesh will prowl. Тут не знаю, как перевести. Придут за плотью! Beware of the light that stalks in the night, glams in the mist and the gloom. It will twist truth and lies you can trust, you can't trust. Your own eyes by your own hand brought to you doom. Берегись света, который шарит в ночи. Glams не знаю, видимо, отблески какие-нибудь в тумане. Gloom тоже, это вроде тоже что-то вроде тумана. Оно перевернет правду и ложь. Ты не сможешь верить своим глазам и своей рукой приведешь себя к року. Это игра про то, как какой-то хуй наш братик повез нас лечиться, но мы ему въебали по голове и оказались в Бетарцке. Да, очень похоже на Карелию, кстати. Темные холодные холодные леса можешь переводить как In Karelia. Привет. Кажется, это был Шрек. Пойдем поздороваемся. Начальник, это ты моешься? Нет, он водичку пьет. Вкусную, болотную. По поводу яркости. На экране компьютера реально нихуя не видно. На планшете с IPS-матрицей все видно заебательски. Ладно, перерывчик. Ровно 3 минуты, чтобы я чисто затестил, как оно выглядит. И да, мы не из Одессы, мы из Одессы. Запустил у себя в плеере. Выглядит оно примерно так, как и должно быть, но за счет шакальности. Может, и 1500 подниму, а? Не трогай, работает, не трогай, сука! Ладно. Так что, если нужна яркость, крутите у себя. И у меня выглядит достаточно много. Ну, шакально. Крути не яркость, крути гамму. Все так, как задумано. Стремится. Я так, как мне сказали в настройках поставить.
Настройте гамма-канал, передвигая ползунок. Я тебе говорю, поставить двойную гамму. В игре? Хуй знает где. Нет. А я тебе говорю нет. Вот мне сказали. Поставь в ПСе. Ставьте у себя. Все. 3 минуты, не знаю, прошло. Хожу кругами. 10 секунд. Кажется, прошли. Чтобы было как задумано, нужно с тобой в одной комнате играть. Окей, написать адрес, приезжай, я не против. Встанешь сзади стульчика моего, обнимешь, так наклонишься, голову на плечо положишь. Да, стали уже подводными. Да, вон станция. Прыгивать вниз, в прошлый раз это плохо закончилось. Хелберг, телефон. Круто. Сможем позвонить. Очень жуткий водохранилище. Кровехранилище. Вообще тут полнолуние, я бы валил оттуда нахуй. Куда? В бочку бы забрался бы и ждал, пока полнолуние кончится. Вот эти вот светящиеся хрени. Так светится в контексте игры, так хочется их собрать. Вот это какой-то бонус. Скорее всего, я потому. Ну нет.
тут совсем потерялся. Оттуда я пришел, не оттуда. Блять, сейчас потону. Нет. Но мне кажется, не туда. Черт. Пиздарики. Мортис! Кажется, теперь туда идем. Сейчас, минуту. Зачем? Потому что звук пролезает. Мы тут стримим, если что. Пацаны, я научился делать лепешку. Можно продолжать.
Чего вы стреляете-то? Затихли. Так, я, видимо, заглушу маму, потому что народ не в курсе, что мы тут строим. И не заглушать. Everything okay? I don't know. I saw it earlier too. This forest is full of those kinds of things. We gotta keep moving. Пишите. Я тут комментирую как могу. Могу я не очень. Но когда вы еще и молчите. Я не знаю, не отрубился ли стрим вообще. И что? Да, очень увлекательно. Пробегаемся с братиком по норвежскому лесу. Или по Карелии. У меня географический кретинизм, так что буду считать, что это где-то недалеко.
святые угодники. Не стоило мне оборачиваться, тогда бы убежали. Я не смотрел атаку титанов, но там вроде более человекоподобные. А это обычный такой карельский тролль. Ну что, не больше мальчики? Ты не посмотришься. А, я и больше. Лучше избавить от мучения. Чуть слабовато она. А вдруг жив? Карантин. Высокий риск заражения. Замечательная текстурка стены. Очень рельефная. Пупсы что-то маловато в ГГ, а тебе какой размер нужен? Стражник. А точно не ключник? А зачем тут ключ? Накин, гнев Фейри пробудился у алтаря. Он породил огонь и пламя, которые сожгли его руки и глаза, чтобы он никогда не смог сыграть на арфе. Чьи? А, видимо, Накин. С
Знание Одина, часть третья, Торвальд Льюнг. Мальчишки нашли огромные отпечатки ног в лесу. Какая-то очень толстая газета. 1932, еще и хорошо сохранившаяся. Кто тут норвежский знает? Переведите. Большой человек, гигант, обитающий в лесах, славится своей жестокостью и удивительной опасностью. Тем не менее, его очень легко увидеть и услышать из-за его огромного тела и нелепой поступи. Это уже часть 1, часть 16, Знание Одина. Trust for your soul, devouring foe, a lasting for pain for the past. You will know it face, you will know it face well, but only time will tell if tonight just might be your last. Оно жаждет твоей души, чтобы пожрать ее всю, жажде боли for the past. Для прошлого ты узнаешь это лицо хорошо, но только время покажет, последняя ли будет эта ночь. МГИМО финишт. Группа Дятлова. Ключик. Стражник, башня с часами, кузница, подчиненные Фейри. Может, тут кто-то сделает скрин этого, в случае, если понадобится, кинет мне, но надежда на вас мало.
интересное освещение. Это улиточка. Не могу прекратить мечтать о возрождении Нульчана. Напишите что-нибудь, хотя бы что я ничтожество. Чуть час назад вы были намного более активными. Как-то маловато. Слишком длинные дождали. It's so dark. Помочь этому деревцу. Не, ну она не медитативна, по-моему. Медитативно — это какой-нибудь фитнес, где ты долго, спокойно думаешь над пазлами. I am way more beautiful than her. He will never want her. О чем голоса эти говорят? Перестать шараебиться в сторону от дороги, то я сам оттягиваю экшон, пытаясь что-то найти.
will never take him away from me. Загадок мало, да, что вначале была такая небольшая, а сейчас нихуя. Ну, а то, что экшн-секции с бездельным падением сбалансированы, это мой аутизм еще ухудшает ситуацию. То, что я брожу, пытаюсь что-то найти в стороне от дороги, то можно было просто вперед идти. О, какой-то хоть реплей. Можно спички зажигать. Проверить коробок. У меня еще количество спичек ограничено. Вот и пошел геймплей. Нам звонят. Ragnar, are you there? You have to come to Hjelberg. We lost men, but we found safety here. We are safe here. They can't find us. Go towards the light, to the mine, over the lake. The Guardian has the key. Play our song, and Rune will send over the boat to you. Come to the light. Кажется, нам нужно найти Харона. Или как? Этого лодочника, перевозящего через реку Паиди, звали. Хотя нет, я думаю, перепутал мифологию. У нас тут север. Швеция, а не Греция. Я на 2 минуты отойду. Мне нужно вообще сделать кофе. Поставил чайник. То мои способности к речи, кажется, утрачиваются.
Агнар, сыграй мишую ноту, чтобы доказать, что это ты. Ключ от ворот Терестового моста находится у стражника. А каких ворот и какого разводного моста? Заодно мост предполагал, что этот, хотя я не вижу тут никакого моста. У нас тут не Петрович, у нас тут... другая группировка. Блять. Я тебе утрачиваю способность плечи. Достаточно нужно. А, напомните, кто в этих северных мифологиях такой Рагнар? Что-то такое было, но я не помню. Так, собственно, что нам делать? Тут я ничего не могу. Нам нужно найти ворота и разводной мост. Инструмент, чтобы сыграть мелодию. Всё. Поджечь дерево я могу. Рагнар, да? Полумифический датский конунг, представитель скандинавского рода Инглингов, отец Бьорна Железнобокова, основатель династии Мунсё. А кто такие конунги? Видимо, что-то около дьяков и ярлов. Понял, что мне нужно сделать. Вот что мне нужно сделать. Известный скандинавский саг, повествующий, как Рагнар промышлял набегами и морским разбоем. Предполагают, что исторический Рагнар, если такое был, действовал в первой половине 9 века и был одним из наиболее влиятельных вождей Дании. Вероятно, он был сыном Сигурда Кольцо. Интересная фамилия. Вот у нас за этого Рагнара принял голос, с которым мы говорили по телефону. Удобно. Посреди леса схема. Это не совсем уж заброшенный лес. Заброшенный лес. Я русский плохо знаю. Куда пойдем? В кузницу или в
башни с часами. Кузница тут в прямой дороге не ведет, но открывается, что с башни с часами. Почему особо трогать эту закипел чайник, вернусь минуты через три. На YouTube ретранслирую, не знаю, я так и не понял, запустил ли на чайник трансляцию на YouTube.
Так, я пописал, налил себе живительного бодрящего капучино и готов продолжать. Оно повсюду. Августа 1932. Выскажите свое осуждение общественности. Сердечки у меня не бесконечны, так что надо быстрее осматривать. А вот еще спички. Спички нужно экономить. Домашнее обучение. Учим детей дома. Учебная программа 1942 года. Я больше не хочу играть в лесу. Там сатанисты вызывают бога крови, судя по рисунку. Ничего интересного. Ты плохо себя... Блядь! Сука! Играть в лесу! Сука, блядь, я аж подпрыгнул. Пока самый страшный скример — это начальник. В общем, здесь есть даже образование для детей в нашем Битарске. Музыкальная школа, судя по тому, что нам нужно найти арфу. Ты не ходил в музыкальную школу, начальник? Я говорил всем, что хожу, на самом деле нет. Я, к сожалению, ходил. Мне сказали в первом классе, что у меня... ни слуха, ни голоса, и вообще мне надо подальше держаться. Проходил я 7 лет, окончил, пианино продали. Больше я музыкой как-то не занимался. Суки, блядь. Нихуя мне не было. Это учиться. В деревьях. Или в фильме это уже было.
еще это. За звук. Здание было на карте обозначено, я уже не помню. Может, анончики помнят, что там было в центре ближайшее. Все указатели к телефону. Спичка. Так. Алтарь под... Короче, алтарь духа электричества, судя по всему. Что нам тут делать, непонятно. Башня с часами. Что-то я тут нигде часов не вижу. Пойдем дальше. Так, ключ мы взяли, нам сказали открыть ворота. И разводной мост этим ключом. Что за ворота непонятно, разводной мост вот обозначен. Ну, сначала сходим в кузницу. Найдена женщина, разгуливающая в лесу нагишом. Сначала я подумал, что это моя Рута. Короче, все газеты о пропаже некой женщины по имени Рута. Где-то там в 30-х или 40-х годах, не запомнил. И мы нашли какую-то веревку. Сортир. А, нет, это труба.
кажется, алтарь немного изменился. Что это хоть за животное? Собака, что ли? Непонятно. Мальчики уже 10 минут нам ничего не пишут. Регистрирован Ривен за Слендер. Это где нужно по лесу шароебиться и искать странички? И это вся цель и сюжет игры, да? Не, по-моему, даже это как-то поинтереснее. Целых три сортира. И все так же что-то красненькое на дне. Даже не знаю, тратить спички на осмотр сортира. Мамочка на этом рисунке вроде смеется над трупом папочки. Тебе нужно в
тут в темноте слышен призрачный детский плач. Это плохой экшен, да? Позвать, когда призрак на детей полез. Ну и что? Я думал, тут какой-нибудь предмет нужно будет собрать. Интересный домик. Ладно, предположу, что тут ничего нет. А, как бы выбраться? Короче, это... Как это на карте было? Что-то в сфере. Связанное название. Похоже на приют, школу. Those in the village knew nothing. Over the water, over the bridge. Find it. Тайные миры. 1. Существуют множество версий того, существуют ли другие измерения и миры. Миры, в которых не действуют традиционные правила истории, где реальность простирается на деревьях ветвях деревья Игдрасил. Знание Аутина, часть 8. Замечательные картины. Вот это особенно. Кажется, был Пурурин, да? Все работает. Начальник, плиз, встань, проверь. Потому что у меня был дисконнект. У меня тоже. Ну, вроде уже подключилось. Шкаф закрытый за постоянный краш, это очень страшный краш. Ну да, я его уже собрал, вроде как. Начните с бензина и электроэнергии. Так же будет начинаться бумажка у нас в электростанции в Битарске. Кому там нужны были пазлы? Кажется, вот они. Просто еще не можете найти навык кузницы. Да, я его нашел. Вот нашел ли я бензин. Так, ну вот тут.
Мне болел бицепс, что это? Мы не были на складе. Наверное, стоит сходить на склад. А что такое склад? Там складируют вещи. Закрыто. Вообще это была цитата. Не знаком. Ну из мультика Простоквашино. Я его давно в последний раз смотрел. Я только помню про бутерброд. Мне что? Максимум спичек? Она не может еще коробок положить в карман. Ну, значит, спички можно не экономить. А у тебя мамаша экономит на спичках? И снова я ничего тут не вижу. Интересно. Работаю скримером. Уже не пугает. Максимум спичек. Просто коробок не исчезает, как мы забираем это только спички. Экшен! Так, дойдем до той двери и к мосту. Сторона склада. И как там обозначено было место, которое приют или что-то? Подчиненный Фейри. Не подчиненные внучаева, а за. Мельница Рагнара. Майнкрафт играете, что ли? Да, если не смотреть видео поток, то вот эти вот звуки шагов похожи на Майнкрафт. Короче, у нас тут, видимо, в деревьях местные жители этого городка, на которых не бежали. Мифические, видимо, какие-то создания превратили в деревья, и они нам
прочитают и жалуются свою жизнь. Причем, что самое интересное, скорее всего, из 9 века. Но умеют пользоваться телефоном. А почему из 9 века? Потому что Рагнар или что? Почему, ну да. Не, Рагнар, я думаю, это как раз относится к мифическим созданиям. Ну на флейте нахуя играть, если современный человек может как-то иначе идентифицироваться? Потому что он не человек. Ну или это какая-то секта, которая решила... А телефоном он пользоваться умеет! Или это какая-то секта, которая выбрала себе, погоняла по именам всяких древних деятелей. И эта секта пытается там что-нибудь, кого-нибудь вызвать, вызвать бог крови норвежского. Вот что это, какой поворот и блядь. А у нас, кажется, снова был Пурурин, да? Да, 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 да. Да! Ха-ха! Что мне делать? У меня на Ethernet кабеле отломалась эта штука, которая креплена. Бля! Скотч! У меня был еще один Пурурин! Да, я сейчас сижу под столом и пытаюсь... Уже третий подряд, блядь! Четвертый! Блядь. Пыщ-пыщ! Вроде должно быть нормально. Ведь я даже не задеваю ногами этот провод. Просто отходи. Скотчем все смотай в жгут. Скотчем покрой. Как? Что покрыть? Вот эту... Системник и роутер и провод. У меня нет роутера. У меня Ethernet прямо к компу подсоединяется. И как я примотаю кабель? Вдоль или поперек? Мне и вдоль, и поперёк. Ух, сколько мы пропустили. Это мы половину уже прошли. Three shapes of fate decide and create the pattern of design. None can escape, none can flee their true destiny. Сука! Начальник, я вам, бля... Нет? Нет порт клея. Алло. Алло. Накапай в Ethernet порт клея. Я не хочу новый компьютер. Еще пара коннектов, и да, я возьму клей, которого у меня нет. Скотч! Жвачка! Ни скотча, ни жвачки. А нормального фонарика главному герою нигде не достать, пока не встретили. Ёбаный в рот! Ты, сука, понимаешь? Ты, сука, понимаешь, что я даже до кровати дойти не могу? Понимаешь это? Да. Ты понимаешь, что я задрался бегать? Так. Пока.
пока не отрубилась. А ты не уходи лежать. Подожди чуть-чуть. Ну тогда подобри чуть-чуть. Может, не какать не уходить? Покакать можешь. Алло! Алло! Пидорасина! Я только отошел сделать как! И все, пиздарики, блядь! На полпути сделал как? Да, блядь! Убирай. А все из-за тебя, а? Да много чего из-за меня. Начальник, у меня зареквестили отключить бота, блядь, в радиочане. Вот, я хочу, чтобы его отключили нахуй, все. Это мой реквест. Можешь выполнить, пожалуйста? Какое он отношение имеет к игре? Блядь, а чё, мы играем? Вы вроде не... Да, блядь! Нихуя себе. Мы играем в Ethernet кабель. Еще один прорин был или нет, начальник? Че в эфире, блядь? Начальник, еще один был прорин или нет? Нет! Слава богу! А вот теперь есть. Я не понимаю, что такое. Сука! Причем я не трогаю ничего. Дисконнектнулся. Я тебе объясняю. Это твоя плохая карма. А за что? Чем я разгневал? Скажи, у тебя системник на полу стоит, да? Да, потому что больше места нет. Ну, не на полу. То есть ты своего лучшего друга заставляешь нюхать свои носки? Нет, я держу их на приличном расстоянии от моего друга. И от проводов. Я провода, правда, не задевал. Вот все эти разы. Ёбаный в рот. Начинаю думать, что дело отнюдь не в Ethernet-кабеле, потому что он совершенно самостоятельно коннектится, дисконнектится, коннектится. И винда вроде не показывает, что у меня отключено было. Пиздец. Сколько там? 20 секунд без дисконнекта. Можем продолжать, анончики? Как думаете?
Ты Бандина Нончику напиши, что все в порядке. Я продолжу. Говорю тебе, ты никчемный. Я в курсе. Ты лучше скажи, все в порядке? Ну, пока да. Но стоит мне только дойти до кровати, блядь. А ты вручную перезапускаешь? Да, блядь! Сожалею. Постараюсь в следующий раз взять это на себя, если ты мне проинструктируешь. Так, ладно, переведу. Что тут было-то? Три формы судьбы решают и создают паттерн дизайн. Формирующие судьбу! А, блядь, да. Три формируют судьбу. Решают и создают паттерн и дизайн. Никто не может избежать, никто... Escape и flee. Вот чем эти слова... Как перевести, чтобы они различались? Что то избежать. Своей истинной судьбы. Когда они плетут бесконечную нить. Твайн. По контексту думаю, что нить... Ну, так и не уверен. Да, я осилил референс, спасибо. Во многих мифологиях встречающиеся три бабы, которые плетут нить судьбы. Не только в греческой, кстати. У нас уже несколько минут без дисконнекта. Думаю, можем продолжать. Мельница перекрыта. Возвращаемся к разводному мосту. Bloodline, ты говоришь, как это называется? Bloodline.
isn't happening. It's a dream. Just a bad dream. This isn't possible. Not possible. Что-то знакомое. Но какого это жанра хоррор? Может, я просто путаю с чем-то похоже звучащим. Скрытой мелодии руна. Ищем рамку со скрытой мелодией. Не, ну точно какие-то сектанты тут прошлись, пытаясь найти реликвии древних богов. Сестры отбитают у корней дерева и плетут вечные ниджи нашей жизни. Кто-то называет их ведьмами, хотя другие говорят, что они прекрасные девы и последователи гигантов, которые переплетают нити наших непростых судеб. Вот, собственно, эти три бабы, которые плетут нить судьбы. В греческой мифологии они как-то по-другому называются. А в скандинавской, значит, нормы.
Freya. In stories untold, with long hair of gold, she walked with grace and might. Her magic flowed wild through the world as she smiled on creation and made it shine bright. In stories untold, как это наоборот переводится, просто в нерассказанных историях. По-моему, это еще что-то значит. В нерассказанных историях с длинными золотыми волосами она идет с Грейс и могуществом. Ее магия течет дико через мир, в то время как она улыбается над созданием и делает это ярко светиться. Ну, вы, короче, поняли. Что-то найти бы должен. Аптечка. И больше ничего. Со скрытой мелодией. Окей. Так, где? Тут не отмечено крестом. This we did everything, and he ruined it. It's his fault. What is all the information? Ключ арфы был создан из самого дерева Игдрасиль с добавлением волшебного золота и священных рун. Гномы передали арфу Фрейе, которая сделала струны из своих золотистых волос, наделив прекрасный инструмент волшебством и магической силой.
приятная смена интерьера после этих полуразрушенных деревянных лачуг. Тут хоть обои поклеили. Физика шторки. Dreadful cat. Twisted and bent, your flesh will be spent when the tar gives her wild kiss. Fixed to the ground, forever there bound. A quick, easy death would seem such a bliss. Your flesh will be spent. Твоя плоть будет потрачена. Не знаю, как это правильно перевести. Twisted. Перекручена. Перекручена. Твоя плоть будет потрачена. Когда ужас поцелует ее, прицепленный к земле, навсегда прицепленный, быстрая, легкая смерть будет казаться близ. Благословение. Еще чем. Не знаю. Священный долг — очень популярная книга. В каждом доме встречается. Спасибо, вот только я хотел попросить Арменчиков написать, что я никчемный, чтобы напомнить мне, а мне уже написали. Спасибо, Арменчик.
письма этому Летрут Алквист, о которой было в газетах, и Джохан Рос неразборчив. Путеводная звезда, дух, который ведет заблудших путников, Лигтгубе, может быть как хорошим, так и плохим. Они могут вывести путников из тьмы, но никто не помешает им вывести прямо в лапы коварной смерти. Сначала я смотрю все, раз уж зажег спичку. Птичка. Посмотрите, нечего. Сила рун. Один принес себя в жертву и перенес множество страданий ради рун, волшебных символов, которые используя которые человечество получает возможность искажать реальность. Говорят, что нужно найти волшебные руны и особые места, которые активируют их невиданную мощь. Вот и арфа. Нас заперли, потому что нехорошо чужое брать. Оставим на место. Кровь.
бы стать главным на радио вместо ведущего. Я не умею столько непрерывно разговаривать и развлекать вас. Вот. А все жалуются на то, что я унылый. Так, что мне далеко? Да, ведущего далеко. Я только ведомый. Да я вообще субмиссив. Да, я оккультист. Некий дух обменял арфу нам на спичку и кровь. Что я сделал? Хотя бы пиар-отделом руководить сможешь? Нет. Ученочки, будем заканчивать или еще немного? Если вообще кому-то это интересно, продолжать смотреть. Что тебе надо? Другую поставь. Не даже, да. Мы фартамон или автомат. По корону ее просто. Ты сегодня не пешку делал. Получилось? Да. Это такая, типа, питышка. Да просто вода, мужа. Так, зашибись.
А что ты пиццу-то? Да я поел, он не дам. Ну, ладно. Цыпленок раньше. 8 ел. А пирожки-то всякие вкусные. Да, стой. Сказать ему. Я вон убрался. А? Убрался. Молодец. Ну, как вам проводить? Попробуй такой. Да, попробуй. Засунул, блин, кайфовый вообще. Не нравится. Ну ты это, ну, нарисовал сметаной. Это вкусно. Слышал? Слышал. Давай, ба. Я зацинаю. Зал. Зал поешь? Ну, желтый какой-то, нет? Ничего. Цвет. Это отман. Ну чё ты, супер ниндзя? А нехуй на Ютуб вот это, блядь, транслировать. Люди на Ютуб это целенаправленно транслируют. Влоги. У нас бан за такое. Окей. Так, а что с этой шлюнкой-то будем делать? Я не понял, убегать от нее или нет. Но она, видимо, свой MP3-плеер на арфе хочет от тебя получить. Я вот думаю, а не сделать мне такой же плеер на STM, с такими же рунами и подсветочкой? Музыка не нужна. Я так понимаю, арфа — это ее. Голос, который говорил нам тоже, голос, что осталось в будущем. А это похоже на какого-то мелкого духа. А что с бабой делать? Не знаю. Когда я на работе спросил одну работницу, а что может женщина сделать для мужчины, она тогда смущалась, долго-долго водила глазами и спросила, борщ, что ли, сварить? Короче, она бегает невиновата. Побежит к переправе. Арфа — это лира. В субтитрах было именно арфа. Yeah.
Ведущий спрашивает ведущего: ты можешь говорить в микрофон? Если только возьму его в руку и буду подносить, он у меня на проводе висит. Вот так вот меня хорошо слышно, да? А еще микрофон можно примотать ко лбу. А он у меня и так на расстоянии примерно таком, как от рта до лба. Эфир полностью смотрел. Я думаю,
Если что, дело происходит в лесах Карелии, недалеко от Сортавала. Как раз вот тамошние вот обитатели. А это Битарц, который там построен. Кажется, вот она. Не она записана у нас, не она. Где у меня тетрадочка и ручка? Лучше бы сделал скриншот. Только софта у меня никакого для этого нет, кроме такого уровня. Конечно, можно было бы анонщиков попросить сделать скриншоты своего плеера, чтобы помочь мне, инвалиду. Но я что-то даже не надеюсь. Просто не у тех просишь. Прошу. Сделать тебе скриншот. Сделаю сейчас.
Сейчас стою на месте. Танончик, сделай мне еще и камшот, раз уж ты предлагаешь. Но я не пидор. Это и не тебе. Все я сделал. Кинул. Валяй куда-нибудь, ты не горник стоит. Залил. Спасибочки. Даже не знаю, если пробовать сначала ты, но это не до нас смотреть. Короче, попробую, если не подходит, то мы уже закончим сегодня. Управлением. Почему ты не играешь в хорошие игры с простым управлением, красивым графоном? Какие? Final Fantasy 6. Спасибо, JRPG не хочу. С хорошим графоном? Да? Чувак, для 16-битной хуйни это очень хорошо. Для 16-битной хуйни это очень хороший графон. Вообще Final Fantasy 6 это отличный показатель того, как... Это еще 2D-шная или уже 3D-шная? Это еще 2D-шная, это... Это максимум, грубо говоря, который можно выжить на той приставке, на NES, Super NES, по-моему, SNES. Она еще была на первой Sony PlayStation. Чувак, там один уровень в опере, что это стоит всей той игры, в которую ты сейчас играешь. Представь себе оркестровая музыка в 16-битной игре, в несколько потоков. Представляю себе Castlevania Symphony of the Night. Ну,
не помню, насколько оркестровая музыка была, но очень Symphony хорошая. Symphony on the Night, это... Она уже на дисках вышла, на именно на PS1. Да. Но... Ну, ты мне предлагаешь восхищаться музыкой на NES из-за того, что это музыка с сильными техническими ограничениями? Да. Не, это к начальнику. Я не так уж оцениваю подобное. О! Нам нужно вырвать у брата глаз и язык. Мне хочется заскринить вот эти руны. Ладно, сейчас сам сделаю. Найду что-то в десятке. Скажи, непривычное. Чувак, пока ты будешь искать, я же все сделал. Ну так кидай. Надеялся, что в катсцене она атаковать не будет. Это.
Я говорю, про что игра? Только подсоединился недавно. Нет, я вас слушаю примерно часа два. Но так и не понял. Хоррор по скандинавским мифам. А Скандинавия это какие страны? Север. Это Финланд, не уверен, что там та же мифология. Ты че, не знаю. А че с Финляндией не так? Я просто не знаю, какая это мифология. В Швеции и в Норвегии вроде примерно одно и то же. А в Финляндии почему-то мне кажется, что там более славянское что-то было. Финляндия была в составе Швеции сначала, а потом она стала независимой после того, как Швеция стала независимой от Дании. Вообще Норвегия и Швеция была в была вассалами Дании. Ты не заметил, что у них флаги схожи немного? Мне нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, какие у них флаги. Хотя да, немного смущенный вест. Скажи, в Финляндии тоже в культуре, в мифах эти Тор, Рагнарок, асы присутствуют. Ну это же северные народы, как и норвежцы. Они из одной примерно. Из одного места шли, я думаю, у них примерно одно и то же. Максимум просто может быть различие именно в названии, и в Финляндии это носит характер каких-то таких аналогий и очень расплывчатых описаний, но схожих по сути, ведь у Финляндии обучали датскому языку, шведскому, вот. В Финляндии именно Швеция переобучала местные вот эти ихние диалекты, языки под именно свой, открывали там школы, где учили шведскому языку, ну, местных там. Видишь, как интересно. Вижу. Почти уж дошел до места. Вообще, ты заметил вот эту тенденцию последние лет 10-15 на вот именно вот такие вот сатанинские тематики, руны, всякие паранормальные вот эти вот штуки? На руны не заметил. Тенденция на мистику хоррора была как-то всегда. Я не заметил ее увеличения. Увеличилось количество таких любительских поделок на Unity, многие из которых пытаются аудиторию побольше взять, а хорроры очень популярны, всяких там стримеров. Короче, хуёвых инструментов хорроров стало больше, в остальном тенденция не заметила. Я помню, последний хоррор, в который играл, это была Corpse Party на... Corpse Party на Sony. Я на PSP играл. Мне понравилось, честно. Особенно, если играть в наушниках.
Это шляпка. Или какое-то там тихое присутствует, помимо. Ну, там есть очень много геймплея, там просто вставки довольно длинные, но по сравнению с европейскими такими играми. А так, по сути, это вот квест по нахождению предмета, грубо говоря. А ну, теперь у нас есть идея, как это шлем драться. Как ты в прошлый раз от нее отбивался? Никак. Либо убегал недостаточно расстояние, либо вообще прокрался до места, почти прокрался до места не с Агрой ее, не в конце, но в какой-то вылезе. Может, стоит изучить эти скрипты, по которым она работает? Ну и может, ничего. Я не могу начать, потому что у меня нет управления над героем. Качай стритрекер, разбирай ресурсы Unity. А, нет, там не реально. Нет, зачем разбирать ресурсы Unity? Ты же видишь то, что... Ты же видишь, что эти ресурсы делают в итоге? Вот это шлем, бро. За укрытие нет, ну, укрытие нельзя. За... Убежать нужно на очень приличное расстояние, чтобы она отстала. Возможно, что-то связанное с флором игры, я просто сейчас лишь там что-то в какое-то место. Ну, то отпусти, нам об этом говорим. Я вспомню. Ну там, а ты читаешь текст вот внизу? Чё? Да, я читаю текст внизу. Там было что-то про то, что она прячется в деревьях. Да, да, да. Деревья жалуются, что она превратила все в деревья. Ну, нет. Но там было типа крик какого-то чувака, или я не знаю, что это. Но там был про деревья и то, что она прячется за деревьями, и не бегите в деревья. Возможно, стоит опасаться деревьев. В глухом лесу она спавнится чаще. Здесь есть какие-нибудь дороги? Да, я по ним иду. И именно по ним в основном ходили. Ладно, вроде норм. Сейчас сделаем. Поспешишь, людей насмешишь, короче. Эх, чё-то ты не вдохновился рассказами про Швецию и Данию. Не буду тебе так аккуратно сказать. Не знаю. Как-нибудь. Пожалуйста, как-то что-то происходит новое, и не... Что-то заглушает где-то, да? Теперь можешь продолжать.
глазик, язычок. У нас в плеер добавился новый трек. Этот скрипач. Poor little girl. It looks like it hurts. But that's nothing. Compared to the approaching plagues, I could relieve your pain. But you're carrying. If you could give me the harp,
go to the other side and give it to me. Then I assure you, you will be spared from whatever awaits you. And if I were you, I wouldn't wait too long. Скрипача такое большое темное пятно в районе паха. На этом мы на сегодня заканчиваем. И хотел бы я услышать от вас фидбэк. Вообще ли вы хотите это досматривать, проводить следующие грабляцы по этой игре? И когда это сделать? В среду или в следующее воскресенье? Могу лишь сказать, что пока не закончишь, паспорт не получишь. Окей. Тебе там интересно было? Не заснул, как обычно? Заснул, конечно. Окей. Дай-ка еще по-быстрому... И да, если... Погоди, если у тебя было полчаса назад или час назад половина игры готова, то хули ты ее дропаешь где-нибудь процентов на 70-80? Ну, это, скорее всего, половина. Вряд ли следующая локация. И вряд ли она одна, и она, вряд ли она будет меньше, чем предыдущая. Ну, ладно. И сейчас 10 минут говна с H.E.O. Чего-чего? Говна с Ич-Ио. Это которое... Ну, давай. В эфире тебя практически не слышно. Точно? Вот точно было слышно. Меня слышно. До этого нет. Ауи видно? Вообще он графонистый, но в потоке он, конечно, будет шакалистый. Не шакалистый, норм.
обычно. Кроме вот этого Танона, кто-нибудь напишет, что он желает? Или желает, чтобы я вообще не продолжал? Давно я не против его еще раз пройти, ну, блядь, мне стыдно будет, потому что я чувствую, как я туплю на стримах, хотя Дичембер без проблем проходил когда-то, но вот я буду сравнивать с тем, как я раньше проходил и как туплю сейчас, и мне будет стыдно, поэтому... Что за игру от создателей Миста вроде? Ну, серия какая-то олдскульная квестов, в которую я ни в одну часть не играл, но много наслышан. И вот от создателей этой серии не так давно собранная... они собрали деньги на Кикстартере, на игру, которая называется что-то вроде Abduction... Abducted или что-то вроде того, похищенный типа. Просто я помню, что я где-то на ССЧ советовали как похожую назвать нас. А еще Talos Principle советовали как похожую назвать нас, и начальник недавно ее качал. Я так и не понял, докачал он или нет. Начальник, ты Talos Principle пробовал запускать? Этот ваш Талос занимает 5 гигов. Учитывая то, что он не в виде ИСОшника, это еще 5 гигов внутри виртуалки. Плюс еще 7 гигов на инсталляцию. В общем, не скоро. Короче, после того эфира, когда ты чистил, пытался очистить свою виртуалочку, так к нему и не возвращались, да? Да, после этого я еще сам Талос почистил, мне место надо было. Ясно. В общем, плюс одна игра в листе того, что неплохо было бы поиграть. Уж не знаю, для стрима или мне, или я буду в него один играть. Первый играл, да? Я просто, кажется, не смотрел, или смотрел мало твоего грабляцкого куба.
я не помню, что там было. Ты вставай там, тут вроде минуты три2 014 055. Все, это было 10-минутка говна с H.E.O. Начальник, вставай, давай, давай. Отрубишь там на ютубе. Теж какие-то кнопочки нужно нажать по завершении эфира. Охуенная игра, сейчас стены ебать буду. Ну, в шакальном качестве совсем говно. А так... посмотреть 10 минут на красивый графен. Но вы даже красивого графена не получили. Давай, Elevated качай. Чё? Elevated. Сейчас будем демосценки запускать на твоем новом компе. Ой, нет, давай все, я устал. Всем спасибо, всем пока. Завершаем. Всем чмавки, лавки.